Это наш Далгопилсский канал. Что вы делаете? Как это называется? Это трейсинг, паркур. Ну, вы начали этим заниматься? Ну, вот прямо сейчас, вот можно сказать. Есть ли сложные трюки в этом спорте? Да, вот есть. Один сейчас сделал, вот сам, вот упал. Тяжело очень. Вот. Здорово, дай! Привет! Здорово! А это кто? Это телевидение. Иди сюда. О, блядь. Чё, честно? Да. Блядь, я давно хотел в телевидение попасть. Что такое паркур? Ну, это очень сложно понять таким людям, которые даже не могут понять, что такое паркур. Так, не, честно вообще. Честно, это смешно, но... Это такой это образ жизни, это вот... Бежишь, падаешь, опять падаешь, и тогда встаешь, и тогда бежишь уже дальше. Не смешись. Вот. Ну, мы не смешим. Да. А это что, серьезно? Мы пойдем на долком? Да. Ну, что вы еще у нас хотите спросить? Можете показать что-нибудь для наших телезрителей? Да, конечно. Конечно. С радостью, с удовольствием. Ну, о чем? Сейчас, подождите. Какие-нибудь ролики? Да. Да. Ну, мы сейчас пока на грани популярности, нас уже все знают. Ну вот и увидели. Я вот новый трюк придумал. Но я вам не буду показывать. Вы увидите его через D10, потому что я его еще не умею. Ладно? Ну а так, вы знаете, ну вот это наши ученики. Бля! Распизде! Давайте учитесь, бля, заебали. Ну вот увидите, они хорошо учатся. За что вы нам платите, чтоб учились? Сделай гропы. Да, сделай. Это Симпсон, он бар. Давай сделай. Давайте подойдем поближе, чтобы рассмотреть. Поближе, все в деталях. Да. Смотрите. Опа. Опа. Да-да-да. Молодец, парень. Теперь вали на задний план. Вот. Ну, видели? Ну, конечно, самые крутые девчонки. Да. Но они интервью не дают, потому что им еще нет 18 лет. Да. А так это все делается так. Тух-тух. И сразу. Тух-тух. Понимаете? Ну вот это тоже парни молодые. Давно вы занимаетесь паркуром? Ну, это говорить не умеет, понимаешь? Да. Вот, самый знаменитый. Это Дэвид Белль. Это сын Дэвида Белля. Где папа? Дэвид Белля. Ты умеешь что-нибудь лазить? Не, он еще не умеет, но он научится. Мы его научим. Мы обязательно его научим. Симпсон! Вот, Симпсон. Молодец. Молодец, все, блин. Дальше. Короче, спасибо за внимание. Мы возьмем это внимание тоже. Снимем. Бен! Иди сюда! Во! Это наш трейсер! Быстрее, Бен! Это, короче, наш чемпион. Мы вот горды. Вот это наша гордость. Гордость нашей химии. Паркур трейсер, это трейсер. Соблюдать здоровье. Лучший это... трейсер Латвии. Лучше от... Латвии! Латвии! Не курить нахуй! Вот, курите и станете как он. Давай, покажи нам, Бен, да, что-нибудь. Теперь вы знаете, что такое химия. Ладно, давай, Бен. Завтра увидимся на тренировке. Скромный очень, но скромный, правильный трейсер. Но правильный трейсер. Ну, вы понимаете теперь, что паркур, это он у нас тут. В сердце, в душе. В душе. И мы не можем отпустить его. А то заплачь. Все, до свидания.